Особое мнение на 101 FM. В Кирове 10.01. Это программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии. Сегодня это Александр Игнатов, член Кировской областной коллегии адвокатов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Ну, традиционно мы начнем с экономики, конечно, да. В целом, мы с вами, по-моему, два месяца назад где-то встречались, вот как раз да. В конце февраля. В целом есть два вектора, как мне кажется. С одной стороны, нам все время, практически каждый день рассказывают, какие новые меры стабилизации принимают власть придержащие люди. С другой стороны, есть бизнес, который до сих пор пребывает в состоянии некого мандража, да? Непонятно, что будет завтра, непонятно, как работать сегодня. Вроде пока держимся, но никто не знает перспектив. Вот вам как кажется, удалось ли власти убедить бизнес в том, что все под контролем? Ну, давайте вот сравним все-таки бизнес российский, бизнес кировский. Да? Это разные вещи, и убедительность должна быть аргументов совершенно разная. Все-таки бизнес как, наверное, какой-то товарный поезд, который несется вперед по налаженным рельсам и, ну, соответственно, не съезжает с пути. Если его запустить, нужно необходимо, ну, достаточно большое количество усилий остановить, соответственно, тоже инерция большая. В данном случае пока что мы видим, что все работает, все крутится, есть какие-то старые запасы, запасы прочности, так скажем, еще нет поломок оборудования, еще какие-то вещи, так скажем, не устарели морально, модернизация не нужна, все работает. Что будет в ближайшей перспективе, насколько сохранятся вот эти западные рестрикции, которые введены в отношении Российской Федерации, здесь, ну, пока что не приходится говорить, мы все-таки не ванги, и ванговать здесь, наверное, нет необходимости. Если говорить про кировский бизнес, то, вы знаете, вот некоторые наши инициативные депутаты вышли недавно с, так скажем, законопроектом, что вроде как бы давайте мы по аналогии с соседними регионами введем здесь пониженный налог на доходы, да, 1%, и налог, ставку УСН снизим для новичков. Вы знаете, ну, все предпринимательские, так скажем, резервы, которые у нас были, уже разъехались в соседние регионы. Ребят, ну вы как, вот, как вы поддерживаете экономику-то? Чем? Чем ее, там, лозунгами, тем, что, ребят, давайте вы там крепитесь, импортозамещайтесь, там, что там еще делаете, да? А делом-то как? Вот, не вижу здесь каких-то фактических действий от наших кировских чиновников, которые бы были направлены на, так скажем, поддержку экономики. Более того, знаете, вот не так давно я тут слышал, что IT-отрасль, да, ее так поддерживают сейчас, и говорят вроде айтишники, все, давайте, ребята, вперед, как бы не уезжайте, у нас здесь прекрасная страна, и отсрочка от армии, и льготная ипотека, значит, да, и мега-зарплаты вам, оборонный сектор вас примет в качестве молодых специалистов и не очень молодых. Ну, давайте, как бы, вы только работаете, мы никаких препятствий, там, Федеральная налоговая служба заявила, что до 2025-го, например, прошу прощения, не будут проводиться никаких проверок, да, проверочных мероприятий в отношении, так скажем, IT-сектора. Но, вы знаете, вот буквально сегодня звонок, да, ну, как к адвокату обращаются, индивидуальный предприниматель, IT-сфера, да, разработка программного обеспечения, ну, как бы администрации берут в аренду там помещение какое-то, делают ремонт, и вот уже администрация там спустя, наверное, месяца два, три или четыре после вот заключения договора аренды уже сейчас выходит к нему и начинает что-то там у него проверять, а все ли там хорошо, все ли там нормально делается ремонт. Ну, о чем мы говорим? Вот, понимаете, конкретный пример из жизни выхватываем, просто берем его вот сейчас, прямо в моменте. Там в час дня они придут к ним на объект, тут вызвали меня тоже посмотреть, как бы, ну, соблюдение законности и так далее. Ну, зачем все это делается? Понимаете, и такие ситуации, как бы, они у нас постоянно. То есть на бумаге прописано одно, а в жизни происходит другое. Мы декламируем всегда какие-то вещи. Вот как мы это хотим видеть, но видеть не значит действовать. И, по сути, как бы у нас почему-то вот наши действия идут вразрез с теми обещаниями, теми словами, которые вот цельные лица произносят. Ну, я, опять же, про кировскую область говорю и вот про конкретный случай, да, прямо сейчас в работе, вот прямо сейчас, в моменте. Ну, что же касается, опять же, знаете, вот таких моментов с экономикой, уже так, в таком макроэкономическом масштабе, да, в глобальном масштабе, то я бы, знаете, хотел отметить, что у нас первый удар она выдержала, все-таки выдержала. Но она выдержала не за счет того, что она была очень крепкая, на мой взгляд, опять же, а за счет того, что были сформированы определенные резервы, и эти резервы направлялись там на модернизацию, на формирование, так скажем, каких-то запасов, да, оборудования, еще чего-то.
То есть был запас прочности определенный. Ну, соответственно, конечно же, он там будет исчерпан через какое-то время. И как будут выходить наши предприятия из этого, ну, пока что не ясно. Ну, то есть это вот полная неопределенность получается, да? К сожалению, живем сегодняшним днем. К сожалению, в такой ситуации у нас еще наша страна не оказывалась. Кризис, если можно его так назвать, 2022 года, он отличается от кризиса 1998 года. И тогда действительно как бы процессы были направлены на неисполнение обязательств государства перед кредиторами, то есть фактически не было денежной массы. То есть сейчас, например, есть достаточно денежная масса, но она заблокирована, да, где-то арестована, там какие-то еще рестрикции приняты. Ну и, соответственно, государство не может ее использовать. Есть и другая часть, да, половина там этих резервов, которые у государства сейчас имеются в наличии, которыми она может оперировать. Ну, соответственно, как-то они там пытаются крутиться. То есть ситуация сейчас, она искусственно создана вокруг России. Ведь не забывайте, мало того, что введены санкции, есть определенные логистические проблемы, да? Вот, очень значительные, кстати, потому что с доставкой всего проблемы, как я понимаю. То именно есть, именно довести не могут. Да, есть контейнерные операторы, которые, да, вот Maersk, MSC, там, ну, их много, как бы, Mediterranean Shipping Company, которые сейчас, в настоящий момент, ну, просто, как бы, вот отказываются, не перевозят эти контейнерные перевозки в направлении России, просто не заключают новые контракты. И плюс ко всему в России сейчас истощается контейнерный парк. То есть контейнера уходят, новые не приходят взамен, ну, соответственно, вопрос перевозок. Российские корабли не пускают в порты да, иностранных держав. Тоже есть определенные логистические проблемы. Вот не так давно, буквально там пару недель назад, был запрет на перемещение грузовых транспортных средств по территории Европейского Союза. Вот, может быть, каждый в отдельности этот случай не имел бы такого, так скажем, ну, серьезного значения для экономики, но в совокупности, конечно, они накладывают определенный негативный эффект на логистические цепочки поставок, они все нормализуются. Без сомнения, все встанет в свое русло, как мы уже говорили, экономика не терпит вакуума, он всегда чем-то заполняется. Но вот этот вот момент перестройки, он, конечно же, ну, будет определенным образом, ну, на каждом потребителе отражаться. Как много времени потребуется на перестройку? Тут по некоторым данным 2 года, по некоторым данным годы, кто-то говорил про полгода. Я, знаете, как бы не приверженец того, что здесь стоит называть какие-то сроки. Разумеется, это не месяц. Да, скажем так, что выстроить новые логистические цепочки, это заключить новые контракты, это провести переговоры, это съездить, так скажем, в условиях закрытого воздушного пространства в какие-то, да, командировки. Здесь ведь еще очень большой инфраструктурный вопрос стоит. То есть вот мы все говорим, давайте переориентируемся на азиатские рынки. Да, классно, ребят, но вы посмотрите на карту нашей с вами необъятной родины, насколько она велика и насколько разветвлена ее железнодорожная сеть. Есть определенная проблема пропускной способности, да, давайте мы будем все там отгружать через порт там Владивостока, Находки. Туда довезти еще надо. Да, оттуда, во-первых, вывезти надо, и туда надо довезти. То есть, если, допустим, раньше там в Восточной стивидерной компании, да, это порт обрабатывал там количество контейнеров N, то теперь он стал обрабатывать количество контейнеров N умноженное на 2,5. Но у него же тоже есть мощность. И за один месяц, там, за полгода, ну, не построить дополнительные контейнерные терминалы, которые могли бы обрабатывать там необходимое количество этих контейнеров. И новые ветки железной дороги не проложить. Совершенно верно. Государство, конечно же, уже ориентировалось на это. И, ну, может быть, вот эта ситуация, она, так скажем, усилит курс на Азиатско-Тихоокеанский регион. Не могу здесь сказать. Поэтому, конечно, это не месяц. Это длительное время, и все мы должны приготовиться к тому, что в течение этого длительного времени как-то вот где-то будет какой-то дефицит, может быть. Что-то будет провисать. Ну, что-то будет, да, в каких-то моментах. Это не значит, что там бац, и исчезла гречка. Там. Это не значит, что бац, и исчезла кукуруза. Это не значит, что бац, и нету, я не знаю, там, прости господи, средств женской гигиены. Это значит, что не будет, допустим, одного сорта какой-то кукурузы, там, одного вида там, какой-то косметики. Но вот что-то будет проседать, конечно. Ну, с точки зрения потребителя это, возможно, будет не так заметно. А с точки зрения бизнеса, который работал с этим конкретным поставщиком, например, да, понятно, что ему придется перестраиваться, вкладывать дополнительные какие-то ресурсы, какие-то резервы, там, да, исчерпывать свои. И бизнес-то будет в некотором смысле лихорадить. Я бы даже обратил ваше внимание не на то, что бизнес будет лихорадить по причине логистических поставок. Да, без сомнения, будет. Но есть ведь еще один очень немаловажный фактор. Если вы обратили внимание, то ставка у нас ключевая у Центрального банка
не так давно была на уровне 20%. Угу. Да, потом в начале апреля снизили до 17%. Совершенно верно, до 17%. Сейчас есть такие планы, ну, бытует, так скажем, такое мнение, что снизят до 15%. В пятницу может произойти. Абсолютно верно. Так это или не так, покажет время. Только Эльвира Скипзадова, наверное, об этом знает. Но, соответственно, вы понимаете, что стоимость кредитных денег для предприятий сейчас стала в разы дороже. То есть, если раньше предприятие могло получить кредит, там, ну, да, даже, наверное, под 7%, да, если какое-то это крупное предприятие было, там, поменьше, там, под 12, под 13, то сейчас, ну, ниже 17-то как бы нет. Ниже ключевой ставки не дают кредиты, да. Да, потому что есть как бы ключевая ставка, и, в общем-то, к ней привязываются банки. Ну и давайте так, о какой модернизации сейчас может идти речь, там, о каких вот, так скажем, каких-то инфраструктурных проектах с точки зрения бизнеса может идти речь, развитие, если кредитные деньги стоят вот, ну, так дорого. Это первый момент. Второй момент, если вы обратили внимание, то последнее время на биржах очень значительно укрепляется курс национальной валюты нашей с вами, да, рубля по отношению к доллару и евро. Это, знаете, как бы такие... Я не знаю, это искусственная история, то есть это виртуальный курс или реальный? Он насколько соответствует реальности? Ну, давайте тоже вопрос как бы конспирологии, я не хочу даже углубляться. Я сказал-то это к другому совершенно. То есть если раньше экспортер, да, который экспортировал отсюда, не знаю, что там, нефть, газ, знаю, инфляцию, что отсюда еще экспортирует, там, металл. Получал больше рублей. Совершенно, получал, да, совершенно верно, за одну единицу товара получал $1, трансформировал их там в больше рублей, то сейчас как бы это меньше рублей. С одной стороны, обывателю вроде бы как бы выглядит, ну, мы на 1 рубль можем купить больше товаров там, за границей. Но если посмотреть, то а где сейчас за границей-то, понимаете? Перевозки закрыты, там все закрыто, у нас в основном-то экспорт идет. И, конечно, мне кажется, что это еще одна проблема для нашей экономики, это сильный курс рубля. Я думаю, что Центробанк, конечно, будет его девальвировать, пытаться девальвировать. Есть для этого, конечно же, инструменты. Сейчас, я думаю, что они просто отменят там, будут, ну, продажу валютной выручки, да, не 80 будет, там, а 50, допустим, процентов. Либо, допустим, снимут еще какие-то ограничения, которые связаны, то есть, ну, вот, с валютой. Но курс, вот сегодня я смотрел, там 72 стоит доллар. Ну, слушайте, это уже как бы... Но так, это уже не 120. Да, это уже жареным попахивает, в общем-то. И, конечно, если он будет стоить там 60-50, не дай бог, но это уже совсем нехорошо. Ну, опять же, на мой взгляд. Александр, а вот если с точки зрения потребителя на этот вопрос смотреть, сейчас есть смысл покупать валюту? Вот те, кто сберегают деньги не в рублях, допустим, да, а в валюте, в долларах, в евро, по-моему, ведь не продают до сих пор еще, да? Вы знаете, у нас наши банки, так скажем, всю купленную валюту после определенной даты, вот здесь, на территории Российской Федерации, имеют право продавать в виде наличных денег. То есть, если они, допустим, вот купили там, $100 у какого-то гражданина, который захотел их отменять в виде наличности, они вправе эти $100 сейчас на свободном рынке продать. Другой гражданин пришел, говорит, слушайте, у меня вот тут есть рубли, давайте я их на $100 поменяю. Такое действительно есть. Что касается безналичной валюты, то, конечно, с ней несколько сложнее. Если вы покупаете на бирже валюту, то здесь все понятно, ее защищают, зачисляют на ваш брокерский счет, вы эти денежные средства на свои банковские счета переводите, дальше там как-то по своему усмотрению распоряжаетесь. Вопрос, как вы это делаете, с учетом того, что международные платежи для вас, ну, по большому счету, недоступны, как для потребителя, Visa и MasterCard от нас ушли. Куда вы эти деньги? Ну, вот будут только они сберегать. Будут они храниться у вас. Я считаю, что да, курс, конечно, сейчас очень интересный. Более чем интересный. И я думаю, что вот, ну, в пятницу Центробанк должен принять решение по ключевой ставке, потому что, ну, это уже так. Заградительная история. Неприятный курс. Уже 70, уже за доллар неприятно будет, конечно, некомфортно. По поводу ключевой ставки вопрос. Ну, вот история с бизнесом и кредитами, со стоимостью кредитов, она понятна, да, для бизнеса. Я так понимаю, что будут ведь каким-то образом меняться ставки и по потребительским кредитам. Немножко снизятся они. Без сомнения, конечно же, те, которые, так скажем, предлагают банки, они будут по более сниженной ставке, потому что деньги-то, ну все, ключевая деньги ставка. Центробанк говорит, подешевле. Я раздаю всем там, по 17, завтра говорит, я раздаю всем по 15. Ну, банк, соответственно, купил, раздал, соответственно, по 15,5, то есть заработал свои 0,5%. А подстегнет ли это потребление? В тот момент, когда повышали ключевую ставку, говорили, что это в том числе, ну, такая, не знаю, там, барьер такой, да, для потребителей, чтобы они не бежали сейчас, не набирали кредитов и не покупали что-то на
эти деньги заемные, и это что-то не дорожало еще больше, чем оно и так подорожало. Вот в ситуации, когда кредиты подешевеют, что мы можем сказать про инфляцию? Вы знаете, я, опять же, руководствуюсь только фактическими данными, которые, да, нам дает государство, и, так скажем, прогнозами, которые нам дает государство. Инфляция, конечно же, ну, уже превысила двухзначное значение, и, ну, это не может не огорчать, конечно же, все это печально. Что же касается кредитов, ну, нужно понимать ментальность нашего народа и ментальность нашего населения, что мы привыкли жить в ситуации, когда... всегда держим за душой какую-то кубышку на черный день. Ну, и, в принципе, делаем это правильно. Не все так, судя по данным по закредитованности, не все так себя ведут осмотрительно. Ну, я, так скажем, таких людей знаю большинство, по крайней мере, моего окружения. И поэтому я хочу сказать, что сейчас какого-то всплеска, ну, ждать, наверное, не стоит. По одной простой причине, он был в феврале и начале марта. Когда все побежали, свободные деньги во что-то вкладывают. Да, пока это было в наличии, пока все люди боялись, что будет какой-то дефицит в связи с этими санкциями, да, люди боялись, что цены будут там 120 за доллар, да, все катастрофически подорожает, соответственно, начали тратить деньги. Сейчас, ну, много людей, конечно, задумается, а стоит ли. Вы не забывайте, что еще ведь есть вопросы занятости, так скажем, вопросы оплаты труда, вопросы подорожания продуктовой корзины. Ну, это все тоже отображается, да, человек, условно говоря, если раньше тратил там 1 рубль на питание, стал рубль 30 тратить на питание, ну... конечно же, это отражается на его потребительских, так скажем, ну, возможностях, покупательской способности. То есть люди сейчас прижались и деньги свои держат, да, где-то вот в кубышечке? Я думаю, что да, да. Тратить, да, не хотят. Да, да. Если вот купить валюту, пожалуйста, конечно, покупайте. Сейчас курс, ну, очень комфортный. И я думаю, что, ну, он останется, наверное, на уровне, там, может быть, 80, там, 70. Вот в этом диапазоне он будет еще какое-то время гулять, но потом, конечно же, он вырастет. Вы не забывайте, что инфляция ведь не только у нас. Инфляция еще и там, у них. На них-то, конечно, без разницы, наплевать, но они же экспортируют эту инфляцию к нам в виде своих товаров. То есть, если у них там, вот, не знаю, там автомобиль стоил 100 тысяч. Теперь стоит там 120. Теперь 110 там. Ну, у них там почти двузначная инфляция, там 7% у них, по-моему, или 8%. Вот, а теперь 110 как бы стал стоить. И эта инфляция, это приходит в том числе и к нам. Поэтому, ну, как-то вот все эти процессы взаимосвязаны. Понятно. Хотела спросить еще, возвращаясь к бизнесу, по поводу возможного, скажем так, поведения власти по отношению к, ну, таким небольшим, может быть, нарушителям каких-то правил. Вот Федеральная налоговая служба себя сейчас как будет вести в условиях нехватки денег там, да, и того, что бизнес испытывает серьезные значительные сложности или будет их испытывать через несколько месяцев? Будет активнее разыскивать тех, кто пытается как-то юлить, хитрить, уходить от налогов, оптимизировать, так в кавычках скажем, да, или будет закрывать глаза на какие-то небольшие нарушения, и бизнесу в этом смысле будет попроще? Спасибо за вопрос. Хороший очень вопрос. Знаете, я всегда говорил, что исполняйте свои налоговые обязательства полностью перед государством и спите спокойно. Ничто... Есть две неизбежные вещи, да, смерть и налоги. Но у нас, в принципе, Кировская налоговая, они молодцы, достаточно внимательно смотрят, достаточно внимательно анализируют, ищут правонарушителей, ищут уклонистов. Я не думаю, что как-то сейчас они активизируются с учетом того, что они и до этого, в принципе, были очень активны. Они достаточно активно искали и выявляли эти схемы. Сейчас же у нас есть определенные программные комплексы, есть вычислительные мощности у них для того, чтобы все это выявлять. Ну, они работают, контрольные мероприятия проводят. А насколько будет активно налоговая, вот в том плане, что будут искать какие-то мелкие нарушения? Ну, они и раньше штрафовали за мелкие нарушения. Там, допустим, вот один день где-то не сдал что-то, да, штраф придет, даже вот один день. Там где-то чуть-чуть ошибся с суммой, все равно штраф придет. Это было и раньше. Сейчас, ну, новые нормы никакие не введены у нас, не имплементированы в законодательство в части каких-то там ответственности за налоги. Ну, нет. Ну, смотрите, эксперты ведь говорили о том, что, ну, например, рынок труда будет уходить в серую зону, да, те, кто платил налоги полностью, сейчас каким-то образом попытаются, ну, не знаю, разными законными, разумеется, способами там, да, кого-то уводить на полставки, кого-то еще что-то. Вот эти вот вещи, они будут привлекать внимание налоговые или нет? Мне так, знаете, я не знаю, насколько это вообще для эфира выражение, мне очень понравилась вот такая фраза: за черный нал все продашь и купишь. Налоговый наш бизнесменский кукиш. Ага. Вот мне кажется, это очень хорошо сейчас описывает ситуацию, потому что к
в феврале, да, было снято очень большое количество наличности, масса, просто гигантская масса наличности. Люди боялись, что будут заморожены там вклады и так далее. Вся в том числе рублевые, да? Да. Вся эта наличность, конечно, оказалась в экономике. И расчеты за НАЛ, они, ну, так скажем, выросли. Хоть наш ЦБ и рапортует, что вот у нас тут как бы с картами все хорошо, но тем не менее расчеты за наличку растут. Угу. Вот неуклонно это последние... это не учитывается никак, никто не видит этого, да? Это да, непрозрачно. И, ну, конечно же, серый, так скажем, сектор, он будет, и никуда он не денется. Знаете, вот репетиторы, уборщики, тренера фитнес-зала, вот все люди, которые, да, покупают... какие-то дорогие вещи, допустим, вот, ну, я имею в виду, как дорогие, вот у вас, допустим, НДФЛ за последние 3 года составляет там 500 тысяч рублей. Угу. Ну, вот все вы налом принимали, да, а вы приобретаете машину за 5 миллионов, например. Да, у налоговой службы сразу же возникает вопрос, ей программа вычислительный комплекс обозначает момент, говорит, слушайте, вот несовпадение доходов и расходов, давайте-ка проверим. Что, и, значит, уже этот сигнал поступает инспектору, инспектор в автоматическом каком-то режиме, полуавтоматическом режиме берет, делает запросы, приходят документы, он их анализирует, смотрит, да, есть какое-то нарушение, и уже инициирует какую-то проверку. То есть, без сомнения, доля, так скажем, оборота наличных средств, конечно же, она повышает, ну, серую занятость, угу. Вот эту вот необлагаемую НДФЛ, не 13, не 15% ставкой. Поэтому, конечно же, это все будет всплеск серьезный. С другой стороны, посмотрите на это так. Что выгоднее налоговой службе? Да? Взять одного индивидуального предпринимателя, проверить его, выявить там какое-то, не знаю, там, уклонение от уплаты налогов, там, дробление или еще что-то. Да? Ну, сумма, условно, там, 10 миллионов. Угу. Либо обработать физлицо, да, вот какого-то, не знаю, там, прости господи, репетитора, милейшие люди. И взять с него там 300 тысяч рублей налогов. Угу. Ресурсы одни и те же, силы затрачены одни и те же, а там ведь тоже обжалование, там уже конкретный физик. Угу. Да, жалобы какие-то. Ну, время одно и то же, а результат-то как бы вот в разы. Да, плюс ко всему, если предприниматель есть что взять, а что тут с него взять? Ну, выставить его ему инкассо на счет. Ну, бедный человек там пойдет и еще больше окунется в серую занятость. Понимаете, вот здесь, опять же, насколько фискальный орган смотрит, угу. У него есть определенные там шкалы по перспективности взыскания, ну, если человек, так скажем, оценивает себя, что у него ничего нету, ну, и давай я буду в серой схеме, ну. Ну, я не знаю, тут просто такая ситуация получается. С одной стороны, вроде как надо собирать налоги, и важно, чтобы их платили в полном объеме. С другой стороны, в налоговой ведь тоже не глупые люди сидят. Они понимают прекрасно, в каком положении сейчас бизнес. И в ситуации, когда у бизнеса там выбор стоит условно сохранить трудовой коллектив, заплатить полностью зарплату, но как-то что-то там аккуратненько как-то вот проскользнуть в налоговых платежах, да, с одной стороны. С другой стороны, полностью заплатить налоги, но сотрудникам сказать, извините, пожалуйста, там, да, у меня нет денег. Тоже ведь это понимают, поэтому вот... Наша налоговая служба за последний год, наверное, полтора очень сильно поправилась. Угу. Я не знаю, с чем это связано, там, с какими, вроде бы никакие кадровые перестановки у них там не происходили, насколько мне известно. Но они, вы знаете, стали более качественно работать, более качественные материалы проверки, более качественные, так скажем, акты у них, более качественные решения. Вот угу. Все, так скажем, как-то более структурно. И сами они отменяют, корректируют своих инспекторов. То есть, ну, внутренняя система контроля у них тоже работает очень хорошо. Угу. Понятно. То есть ожидать того, что будут закрывать глаза на нарушения, пожалуй, не стоит. Я думаю, что нет. А гражданам тоже надо понимать там свою долю ответственности и последствия, да, возможные. Без сомнения, налоговый кодекс нужно чтить. Угу. Как говорил Остап Бендер, чтите уголовное, я скажу, чтите налоговый. Налоговый кодекс. Да. Еще одна проблема, которую тоже называли в конце февраля, в начале марта, это история с массовым отъездом, в том числе предпринимателей. Вам как кажется, вот этот процесс, он сейчас, ну, была большая волна, и айтишники уезжали, и бизнес уходил. Вот эта волна, она сейчас остановилась, и дальше будут единичные там, не знаю, случаи? Или она еще даже не началась? Давайте разобьем это на несколько этапов. Mm-hmm. Все-таки на несколько этапов и на несколько структур. Первая структура – это все-таки представители предпринимательства. Mm-hmm. Второе – это айтишники. Зачастую представители предпринимательства и айтишники это было одно и то же. То есть айти в виде предпринимателей. Вывозили крупные компании свои коллективы, да, это какие-то небольшие частные офисы. Ну, первый исход, там все-таки 3 волны было, да, первый исход, это конечно же, паника. Uh-huh. Да, сейчас меня, значит, позовут в армию, выдадут мне, значит, совковую лопату, автоматов на всех не хватит, и мы, значит, будем тут это окопы копать. Uh-huh. Этап паники такой прошел.
Начался второй этап. Второй этап, так скажем, невозможности получить какие-то платежи. Айтишники зачастую, они получали деньги либо в биткоинах, да, ну, какой-то электронной, да, в валюте. И дальше уже как-то здесь с законодательством налоговым разбирались. Либо, соответственно, они получали их на свои карты, да, там, MasterCard, Visa. То есть это такая техническая необходимость отъезда, да, получается? Да, да, совершенно верно. Ну, и как бы встал вопрос, как я буду жить дальше, да? Ну, хорошо, вот я получил деньги на эту визу, мне работодатель платит, да, но есть ведь у меня и конкуренты на этом, так скажем, поприще. Есть там айтишники из Индии, да, из других стран, которые могут, в общем-то, меня заместить. И никаких геморроев и проблем нету. Плюс ко всему, ну, Россия, к сожалению, да, вот у западных стран почему-то сейчас ассоциируется с какой-то токсичностью, ну и, соответственно, у работодателей тоже это ассоциируется. Вот давайте я как бы перееду там куда-то. Вот это был второй, так скажем, вторая волна схода вот этих айтишников, да, и предпринимателей, которые были связаны с техническими моментами. Это и боязнь отключения там интернета, да, там закон о суверенном Рунете, все мы знаем, все мы помним. Вот, это боязнь каких-то, да, неполучения средств, конвертации этих средств дальнейшее и как-то ими распоряжение. Ну и третье, что происходит сейчас, это, наверное, уже все-таки какой-то осознанный, так скажем, исход, он, конечно же, меньше, и тут уже речь идет не о каких-то массовых там уездах, а просто о единичных случаях. Ну, здесь просто люди подумали и как-то вот перспективы, может быть, какой-то для себя не видят. Ну, кто-то видит, кто-то не видит. Вот кто не видит, те уезжают. Соответственно, здесь уже абсолютно разные причины, там, от А до Я. Их перечислить можно. То есть вот основные три момента, три волны, которые переходили и, так скажем, ну, вот, ушли. С айтишниками на самом деле всегда в России была сложность, потому что это люди, которые могли сидеть за компьютером в любой точке мира, им нужен был стабильный интернет, да. Многие айтишники здесь были привязаны тем, что они, ну, ты русский, да, ты живешь в русской среде, тебе здесь комфортно, у тебя здесь там семья, родители, но вот эта ситуация, как бы она их, конечно, несколько подтолкнула, и я думаю, что, ну, если не всех, то, ну, большинство, конечно же, вряд ли уже вернется, почувствуя, что там, в принципе, как бы им комфортно, да, солнышко там греет пятки, море соленое, там, не знаю, там, воздух теплый, мартини вкусное. И карточки работают. Да, и карточки работают, в общем-то, ну, а чё бы и не остаться. Ну, и плюс вот мы начали передачу, да, с того, что, да, вот, вроде как бы декламируют одно, да, а по факту айтишников тоже проверяют. И проверяют их не кисло сейчас, но вот зачем вот это все и к чему вот это все? Вы говорите одно, а делаете совершенно другое. Причем это наша, кировская, вот здесь вот администрация. Это вообще удивительные люди, просто удивительные. Да и вообще, ну, я всегда удивлялся над кировской властью. Слушайте, ребят, ну вы как вот, как живете в какой-то параллельной реальности, что ли? Ну, как-то очнитесь, повернитесь, ведь эти люди как бы, ну, делают. Причем у этого айтишника, который сейчас приедет, у этого айтишника, у него реально как бы программные средства включены в реестр отечественного ПО, то есть это разработчик. Это не какой-то там купи-продай, да, а разработчик делает себе офис, ремонтирует, в аренду администрации взял. Ну, вообще удивительно просто, как у вас, вот откуда у вас такие, так скажем, потуги. Вроде бы из всех утюгов, да, звучит, что давайте как бы вот сохранять там рабочие места и так далее. Там. А у нас все почему-то наоборот. Ну, в общем, я, знаете, читаю, когда кировские СМИ, да, небезызвестные, здесь они, кстати, недалеко тут находятся. И мне всегда очень интересно, как наши журналисты, уважаемые, так скажем, преподносят читателю город Киров. Я здесь живу вот достаточно давно и тоже, знаете, со стороны уже так смотрю на все это дело. И мне интересно, вот неужели эти чиновники не ходят по нашим улицам, например, да? Я буквально недавно вот проехался на мотоцикле, я любитель мототехники, я проехался на мотоцикле по улице, и вы знаете, я после этого сдал мотокуртку в химчистку. Ну, она просто была на 100, вот в каждой складке, была пыль, в каждой складке. У меня в волосах, для понимания, как бы мотошлем, он же как бы закрытый, да, вы его закрываете, и у меня в волосах был песок, за шкиркой песок, джинсы грязные, ботинки грязные. Вы понимаете, это просто ужасно. Это я ездил, наверное, часа полтора, может, от силы, ну, час, да. Я не понимаю, зачем наша вот власть, придержащие люди, зачем наши вот, вот все это как-то вот спускают и не делают. Я не понимаю, почему. Но вы же как-то зарплату получаете, вы же как-то шли туда осознанно на эту должность. Ну, вы же как-то вот, ну, наверное,
ну, должны как-то помогать, что-то делать для людей, для простых. Я не жду там, что у нас будут, ну... Дороги, да, ровные Москве, дороги, да, как в Москве, да, там тротуарная плитка, как вот бордюр Бордюрыч сделал. Да, и еще что-то. Я не жду каких-то инфраструктурных, ну да, кривые асфальтные дороги, ломаные поребрики и так далее. Да ничего страшного. Как бы, понятно, бедный регион, нет промышленности, но давайте хоть что-то будем делать, хоть какие-то движения будем. Хотя бы соберем вовремя пыль с дорог. Да. Александр Игнатов, член Кировской областной коллегии адвокатов в нашей студии. Мы сейчас убежим на рекламу и через минуту вернемся. Особое мнение на 101FM. Возвращаемся в эфир. Александр Игнатов в нашей студии, член Кировской областной коллегии адвокатов. И мы продолжаем про бедность, не знаю, там, про уровень доверия власти, уровень управления регионом. Тоже хотелось бы поговорить. Вы видели наверняка эту федеральную инициативу. Сегодня, возможно, будет это озвучено. Говорят, что в России, возможно, либо будут как-то переформатированы, либо временно там приостановлены, отменены выборы губернаторов. Сегодня это все на Совете законодателей должно произойти. Вот, по-моему, он еще не состоялся. Владимира Путина там ожидают. Ну вот есть ощущение у ряда экспертов, что могут быть либо перенесены, либо отменены губернаторские выборы. И, возможно, будет перенесение и по местным выборам. Имеется в виду выборы в Кировскую городскую думу. Все должно было состояться в сентябре, на дворе апрель. В общем, пока не очень понятно, да, будет или нет. Вот вам это решение власти кажется логичным? И вообще, насколько оно повлияет, скажем так, на отношение жителей там, да, к власти? Вроде как опять хитрят немножко. Вы знаете, вопрос такой злободневный, но если говорить лично про меня, да, какое мое личное мнение по этому поводу, я его, конечно, выскажу, здесь никаких проблем нету. Я честно считаю, вы назначаете кого хотите, да, любого губернатора, но вот сделайте, пожалуйста, чистые дороги, да, и комфортную среду для жизни, для людей. А кто это будет конкретно там, ну... И каким образом? Да, и каким образом, это вообще принципиально это значение вот для меня лично не имеет. Для меня лично, опять же, да, я полагаю, что многим слушателям, многие слушатели не разделяют моего мнения, и, ну, как бы, это очень хорошо, разность мнений — это здорово, в этом рождается диалог. Многие хотят там голосовать за кого-то, там, отдавать свои голоса, но я вот лично считаю, что мне внутренне без разницы, кто это будет там Василий, это будет Петр, это будет там Анна Степановна, неважно, это будет кто угодно. Вы будьте любезны, только делайте то, что, соответственно, возложено в ваши должностные обязанности. Вот если вы должны следить за регионом, да, вы следите, пожалуйста, за регионом. Если у региона есть областной центр, то пусть этот областной центр выглядит, ну, как минимум, опрятным. Потому что всем нам хочется жить в хорошем, в достойном городе. В конце концов, в Конституции у нас закреплено, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. И давайте так, эта благоприятная окружающая среда не должна заканчиваться кварталом здания областного правительства. Она все-таки должна на весь город распространяться, на всю область. Сам институт прямых выборов, там, его возможная отмена или приостановка его действия, вам как кажется, вот это вот на граждан как-то скажется или нет? Или мы и так, собственно, привыкли к тому, что у нас так или иначе командируют в регионы людей, ну, скажем так, не тех, кого мы сами тут из народа выбрали бы? Я бы так не сказал, во-первых. Во-вторых, давайте, ну, все-таки посмотрим правде-то в глаза. А кто у нас вот вышел и сказал, я хочу стать губернатором? Вот, ну, кто конкретно? Фамилии. Ну, пока никто не сказал, еще выборы-то не объявлены. Ну, понятно, но хотя бы есть какие-то вот поползновения, так скажем, какой-то политик регионального уровня, чтобы вот, ну, как-то претендовал на эту должность. Какие-то были хотя бы, знаете, вот, ну, это же происходит не, там, не за одну неделю, не за один месяц. Это структурная работа, да. Ну и что, что ты вот, ты пришел, я хочу стать губернатором. Ну, а ты как к этому готов-то? Что ты к этому, так скажем, как ты к этому приложил усилия? Понимаете, ну, я даже вот честно не могу искренне такой фамилии-то и назвать. Мне бы вот предложили, я бы не согласился, потому что я бы, ну, просто не готов. Провалить это все можно. Поэтому давайте так, если вот на сегодняшний день нет каких-то определенных внятных перспектив, да, среди наших политического бомонда, то будьте любезны, пришлите сюда человека, да, ну, как бы, либо давайте тогда какие-то варианты предлагайте сами, скажите, я. А что так сидеть-то тут, молчать на кого-то, это вот, ну, сбрасывать вопрос. Поэтому вопрос о отмене губернаторских выборов, на мой взгляд, очень своевременно.
вот как раз в эту ситуацию. Сейчас есть определенные люди, которые пытаются вот, ну, расшатать лодку. Я считаю, что сейчас очень правильно сделали, что сказали, давайте... Ну, пока еще не сделали, подождите. Ну, я думаю, что все-таки они примут такое решение, и, на мой взгляд, это правильно. Ситуацию расшатывать не надо. Мы можем быть не согласны с многим, мы можем не разделять мнение, так скажем, мы можем не разделять курс, можем быть вот чем-то злы, но расшатывать лодку все-таки не надо. Нужно как-то это все структурно. Вот пошли каким-то путем, давайте уже идем там каким-то путем определенным, по определенным вот, ну, векторам движения. А в рамках того, что в рамках этого вектора, вот давайте сейчас налево пойдем, или сейчас направо пойдем, слушайте, давайте свернем с выбранной дороги, ну, это уже детский сад. Александр, а я правильно понимаю, вы все-таки вот склоняетесь к тому, что надо бы нам новенького губернатора? Провокационный вопрос. Вы же сказали, что да, человек должен справляться. Перед этим рассказывали, как тут у нас власти не справляются. Вообще, я считаю лично, что да. У нас, конечно же, вот на мой взгляд, внутренне, как вот просто мотоциклиста, который ездит по дорогам общего пользования, власть искренне с уборкой улиц не справляется. Вот просто неуд. Два с минусом. Кол с минусом, да вообще без оценки лучше оставить. Поэтому, конечно же, и это я вижу не первый год, и вы это тоже видите, этой зимой наблюдали, предыдущей зимой и так далее на протяжении многих зим и лет. Мы наблюдаем, что город пыльный. Это структурная проблема, никто ее не решает, никто ее не хочет решать. Ну, соответственно, если не хотят решать, конечно же, нужен новый человек, который придет и, может быть, услышит, а может быть и нет. А вам не кажется, что новый человек, который придет, вот, вот в нынешней ситуации вообще там замена старенького на новенького, это не самая хорошая история, потому что, ну, старый-то человек, он, по крайней мере, все знает здесь, как, где, что работает, со всем бизнесом знаком, там, нет, с кем-то мосты налажены там, да? Прошу прощения, я с вами тут в коренном, просто не согласен. Давайте так, это из разряда «Короля играет свита». И придет новый человек, придет новая команда. Тут все-таки делает ведь улицы чистит не губернатор, прошу прощения. Ну, разумеется, да. Есть команда, да, есть команда, которая контролирует, так скажем, работу этих подрядчиков, которые курируют, объявляют какие-то конкурсы, да, дает технические задания и так далее. И команда, конечно же, поменяется отчасти. Да, низшие исполнители, они останутся теми же самыми, но средние и высшие эшелоны, они сменятся с новым губернатором. Поэтому я лично внутренне за нового губернатора. За то, чтобы дать возможность конечно, кому-то показать себя. Дорогу, да, дорогу другому человеку, чтобы, ну давайте уже, слушайте, ну не справились. Ну вот не справились. Вот, ну не хочу из сказки вытряхивать, прошу прощения, песок после каждой поездки. Понятно. Еще возвращаясь к айтишникам, собственно говоря, вчерашняя публикация в «Коммерсанте» под заголовком «Политики загоняют айтишников в оборонку». Собственно, ну, то, о чем мы говорили, да, отъезд специалистов, и при этом как бы внутренняя потребность в этих специалистах повышенная, потому что мы понимаем, что чего-то мы лишились привозного, значит, надо разрабатывать все здесь. Как говорится, сейчас как минимум 1 000 000 программистов не хватает в России. Численность этих специалистов в прошлом году оценивалась в 1 700 000 человек. Ну и вот уже есть предложение, собственно, ну, в некотором смысле распределение какое-то придумать для айтишников. Отучился, значит, вот иди там работай, например, на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Как вам кажется, вот эта вот предложенная мера, она будет способствовать чему? Тому, что... люди еще больше будут уезжать сейчас, те, кто увидели вот это, вот эти сообщения об этих планах прочитали. Вы имеете в виду принудительное? Да, ну как у нас было в советское время распределение, да. Ну, вы знаете, на мой взгляд, это, конечно, просто, ну, это куром на смех. Ну, давайте так, вот вышел специалист, ну, представим, да, что вот мы тут два айтишника с вами сидим. Да, вышли мы из института, академии, из учебного заведения, получили профессию, и тут нас, значит, отправляют на какое-то оборонное предприятие делать что-то из-под палки. Хорошо, пусть не из-под палки, но пусть те вещи, которые нам не нравятся. Если мы все-таки строим рыночную экономику, да, ну, что у нас декламируется, то такие процессы, конечно же, они невозможны. Но у нас принудительный труд запрещен, поэтому тут Конституция это определено. Поэтому здесь все-таки стоит говорить о том, что должен быть, так скажем, выбор у человека, куда он хочет идти работать. И в таких условиях, да, возьмем примерно как эластичность спроса по предложению, в таких условиях, конечно же, человек будет искать там, где ему лучше, там, где ему комфортнее. Он будет искать из трех вариантов. Первое,
ну, конечно же, это насколько ему интересно. Второе, это оплата труда. И третье, это комфорт вот, именно конкретной работы. Именно в таком порядке? То есть, насколько ему интересно сначала, и только потом денежный вопрос? Ну, айтишники все-таки, они очень такие своеобразные, да, специалисты. Uh-huh. Это не адвокат, это не журналист, да, это человек, который пользуются определенным набором инструментов, да, то есть они тоже ведь разные там бывают, да, разным uh-huh. кодом пишут, и от этого зависит сфера их применения, поэтому, конечно же, они ищут, ну, какие-то интересные, в первую очередь, задачи, в которых они хотят совершенствоваться и развиваться. И перспективные, то есть, да. То есть, давайте так, айтишник это все-таки не просто технарь, который, да, там, обязательно должен скрутить плюс с минусом, ну, я не знаю, там, условно говоря, uh-huh. да. Это технарь, который должен определенным еще и креативным сознанием... Творец в чем-то, да? Да, да, угу. обладать. А создать какой-то креатив при условии, что, значит, сегодня ты работаешь с 8 до 6, вот здесь вот, значит, вот твое рабочее место, стул, стол, печатная машинка, ну, это просто невозможно. Вы понимаете, большие офисы, да, там Google, Яндекс, я не знаю, другие IT-компании, они создают специальные какие-то эко-комплексы для своих сотрудников, uh-huh. да, там, с теннисными столами, с комнатами отдыха, да. Да, да, специальное пространство, где они могут отдохнуть, как-то вот отвлечься от какой-то рутины вот от монитора и так далее, поиграть там в теннис, не знаю, выпить uh-huh, чашу кофе, uh-huh. то как вы это представляете на оборонном заводе? Ну, что там, кто это в общем, будет делать? В общем, надо стимулировать, а не заставлять. Александр, спасибо большое. У нас время, к сожалению, заканчивается. Да. Александр Игнатов, член Кировской областной коллегии адвокатов. Сегодня в особом мнении. После эфира выложим все на сайт. До свидания. До свидания. Спасибо. Особое мнение на 101 FM.